Ребята, Одиссей заболел, и он в больнице. Мы хотим его проведать и принести ему сладости. Но там стоит охранник, и он не разрешает. Поэтому мы ищем способы, как пронести незаметно сладости в больницу, так чтобы охранник не заметил. Итак, начнем с первого способа. Для начала нам понадобятся курточки. Надеваем их. А теперь что делаем, Стас? Кладем чипсы и желейные конфеты вот сюда. Раскрой немного и приклеим их. Отлично. Теперь застегивай. Отлично, Стас. А тебе положим кока-колу на плечи. Смотри, вот сюда. Вот так. Нормально. И сюда. Вот так. Как будто у тебя накачанные плечи. Конечно, у меня такие плечи. А у меня вот такой живот. Стас, а еще положим тебе на живот попкорн. Давай. Вот так. Вот так. Опа. Теперь застегивай. Давай. Теперь мы готовы, чтобы пройти. Пошли. Пошли. Стоп, куда вы идете? Куда? Мы идем проведать нашего младшего брата. Да, это так. Вы знаете, что сладости запрещены? Да, конечно, мы знаем, да. Да, у нас ничего нет. Хорошо, проходите. Он ушел, Димон. Да, заходи внутрь. Одиссей, смотри, что мы тебя принесли. Мы принесли тебе много сладостей, Одиссей. О, ребята, это запрещено. Как вам удалось? Изи-пизи, Одиссей. Мы же Джель-Арми. Ешь! О, это классно. Браво, Стас, сработало. Браво, Димон. А сейчас как пронесем сладости? Я думаю, у меня есть идея. Смотри. Итак, пришел мастер, чтобы поменять лампочки. Смотри. Что ты имеешь в виду, мастер? Сверху будешь искать сладости? Смотри. Здесь у меня инструменты, а снизу будут сладости. Понял? Браво, Димон, ты умен. Я знаю. Еще мы можем положить сладости в каску. Чего мы ждем? Кладем все внутрь. Давай, давай, заполняй. Я думаю, хватит. Закрываем. Теперь закрываем вот так. Отлично. Теперь положи что-нибудь в каску. Ну-ка посмотрим, влезут ли туда желейки. Вон туда, вовнутрь. Вот так, и все, я готов. Давай, Димон, удачи нам. Посмотрим, как мы теперь пройдем через охрану. Да, пошли. Добрый вечер. Стоп. Куда вы идете? Я электрик, у меня здесь работа. Меня вызвали в эту палату. Мне никто не сказал, что должен прийти электрик. Ну, не знаю, это ваши проблемы. У меня работа, я должен ее сделать. К сожалению, не могу вас пропустить. Хорошо, но если с больным что-нибудь случится, потому что нет света, виноваты будете вы. Нет, я не хочу быть виноватым, но я должен посмотреть, что у вас внутри. Да без проблем, смотрите. Смотрите. Вижу, да, это инструменты. Хорошо, проходите. Отлично, спасибо. О, у меня очень сложная работа. Одиссей, привет! Кто вы, сэр? Это я, Димон! Я принес тебе сладости! О, Димон, ты очень умный! Я принес тебе твои любимые мармеладки! Они здесь, в каске! Это мои любимые, спасибо! Дай мне их быстрее! Вау, смотрите. О-о, я самый крутой, понял, сработало. Стас, чего ты так вырядился? Потому что я, Димон, уборщица. Окей, понятно. Как вы поняли, ребята, вместо швабры у меня желейные конфеты. Хорошо, Стас, удачи тебе. Изи-пизи. Фух. Половина из тех, кто нас смотрит, не подписаны. Почему так? Это неправильно. Подписывайтесь. Так вы можете нам помочь. И также вы будете первыми, кто увидит наши классные видео. Здравствуйте. Я должна пройти, чтобы убраться. Убраться? Чем? У меня есть швабра. У меня есть приказ убраться внутри. Это что, швабра? Первый раз вижу такую маленькую. Почему так пахнет вкусно? Потому что я добавила такой запах, чтобы в палате приятно пахло. Вы уверены? Почему мне хочется это откусить, а? Нет, не могу! Нет! Это сладкое! Здесь запрещено, вы же знаете! Быстро уходите отсюда, уходите! Простите! Уходи! О, дружище, не сработал мой способ! А ну-ка успокойся немного, придурок, давай успокойся! Димон, ты в порядке? Зачем ты меня ударил? Бро, я боксер, видишь? Бах-бах! Боксер не имеет ничего общего с тем, что мы сегодня здесь делаем! Смотри, бро, я положу сладости в свои перчатки!
Не знаю, если сработает. Давай попробуем. Да, давай. Итак, кладем это вовнутрь. Хорошо. А теперь надеваю. Отлично, надел. Отлично, вот так. Мне интересно, как тебе позволят пройти в боксерских перчатках. Не переживай, если охранник меня не впустит, тогда ему мало не покажется. Хорошо, Димон, удачи тебе, что еще я сказать? Па-па-па-па-па-па-па! Не бейте меня, я врач, я не охранник. А я профессиональный боксер! Па-па-па-па-па-па! И что вы хотите? Я хочу пройти в палату! Конечно, проходите, только без сладостей. Без сладостей? Что ты сказал? Ничего, со сладостями, только не бейте. Проходите, сэр. Ладно, я шучу, у меня нет сладостей, давай в сторону. Проходите. Одиссей, снимай перчатку! Папа! Вау, классно! И здесь что-то есть, на, чупа-чупс! О, чупа-чупсы, спасибо, Димон! Не стоит, Одиссей, на здоровье! А, изи-пизи, лемон-сквизи! Димон, сейчас увидишь, как у меня будет изи-пизи! Стас, ты что, думаешь, сейчас карнавал? Димон, когда он меня увидит в этом, то испугается! Стас, ты прикалываешься? Это даже не настоящий меч! Это не важно, Димон, важно то, что я его испугаю! Для начала положу сладости вот сюда! Щит, вот так. Вот так, беру еще один сникерс и положу его на меч. Хорошо, иди, удачи. Ставьте лайк мне на удачу. Молодец, чувак. Испугался очень прямо. Я не понял, ты прикалываешься надо мной? Сэр, Хэллоуин закончился, что вы здесь делаете? Я спартанец, и я хочу пройти вовнутрь! Хорошо, вы можете пройти, но при вас не должно быть сладостей, понятно? Вот и молодец, дай мне пройти! Ну-ка, стоп! А здесь что такое? Марс! Это не то! Посмотрю, так. А здесь что такое? Давай, иди отсюда, сейчас же! Бестолковый! Один, два, три! Я не прошел. Червь навозный, ты же бестолковый червь! Отстань от меня, Димон. А ты почему так одет? Смотри, что у меня здесь есть. Это мои медали. Вау! А это мои погоны. Димон, я, конечно, не уверен, но удачи тебе! Спасибо! Есть! Ты чего смеешься, червь ты навозный? Один, два, три! Смирно! Отлично, дай пройти! Проходите, только без сладостей, хорошо? Ты что, дурной? Я защищаю твою страну, а ты мне говоришь без сладостей? А, извините, 1000 извинений, проходите! Есть! Стать смирно! Есть, капитан! Я принес тебе шоколад! Отлично, спасибо большое! Не переживай, у меня много подарков для тебя! О, ты самый лучший, Димон! Я знаю, спасибо! Вкусно! Добрый вечер! Прошел! Конечно, прошел, я же крутой! Молодец, Димон, я горжусь тобой! Спасибо, а как ты пройдешь? А я открываю свой кейс! Вынимаю деньги и кладу туда чипсы, шоколадки, конфеты, а сверху положу деньги. Так, и вот так, чтобы не было видно сладостей. Да, это хорошая идея, браво. Димон, я пошел, у меня бизнес. Давай, браво, чувак, браво. Стоп. Сэр, кто вы, а? Для тебя же лучше не знать, кто я такой. Так спокойней. Хорошо. Проходите. Только что у вас там, а? Уверен, что хочешь посмотреть, что у меня здесь. Да, уверен, потому что запрещено проносить сладости в нашу больницу. Нельзя. Хорошо, сам напросился. Я ничего не видел. Проходите. Вот и молодец. Ребята, это очень опасный тип, очень. О, Одиссейка, я пришел. Опа, Стас, это ты? Ну а кто еще, ты думаешь? Стас Попас, мафиози расколбас. Смотри, что у меня здесь. О, что там? О, деньги. Оставь деньги, Одиссей. Здесь для тебя желейные конфеты. Вау, классно. Бери. Все для тебя, мой брат. Спасибо большое. Хе-хе-хе.
Изи-пизи, лемон-сквизи. Браво, Стас, а у меня еще лучшая идея. Ну говори, Димон. Я возьму все эти сладости, положу в коробку и скажу, что это заказ от клиента. Димон, это очень экстремально. Я знаю, давай помогай, все вовнутрь. Отлично. Отлично. Пойду доставлю заказ в палату. Эта идея из всех самая сумасшедшая. Интересно, пройдет он, да или нет? Посмотрим. Опа! Оп! Стоп. У меня заказ для Одиссея. Он внутри? Да, внутри. А у вас что внутри? Потому что у нас в больнице запрещены сладости. Я не знаю, что внутри, но это заказ, и я должен его доставить. Может, откроем и посмотрим, что там, а? Нет. Вы что, дурной? Так нельзя. Нас двоих потом засудят за это. Вы что? Нет. Я в тюрьму не хочу. Отлично. Проходите внутрь. Опа. Одиссей, для тебя посылка. Посмотри. О, что посылка? Что там внутри? Что внутри? Что? Профорио, кидай повыше. Куда повыше? Ты же мелкий чувак. Давай, лови. Блин, Профорио, ты прикалываешься? Это было слишком высоко. Я же мелкий, иди вниз и принеси мяч и продолжим. Давай. Ладно, хорошо, но это несправедливо. Несправедливо, все, что делает Профорио, справедливо. Давай. Блин, чуваки, этот Профорио с камер. Не знает, как играть в мяч. Чуваки, ну и где теперь этот мяч? Где же он? О, а он здесь! Наконец-то, друзья! Я думал, что потерял его! Фу. О, а что это за человек? Может, ему нужна помощь? Пойду посмотрю. Простите, может, вам нужна помощь? Почему он не отвечает мне? Простите, у вас все нормально? Может, хотите, я вызову скорую помощь? А может, вам нужно в больницу? Скажите мне! На помощь, Рафарио, на помощь! Меня укусил зомби! Зомби? Да ладно, зомби не существует, это наверняка собачка. Когда я был маленький, меня кусали 100 раз. Ничего страшного, Одиссей, поверь мне. Это была не собачка, это был зомби. Я видел своими глазами. Не говори ерунды, идем поиграем в PlayStation, давай. Блин, чуваки, почему Рафарио мне не верит? Я же на самом деле видел зомби внизу. Ну ладно, надеюсь, все будет хорошо. Идем, я тебя порву, Одиссей. Иду. Идем, садись, Одиссей, сыграем в PlayStation, держи. Одиссей, ты в порядке? Да, все в порядке. А, просто показалось. Да. Окей, ладно. Что случилось, все хорошо? Да, хорошо. Да, Димон, не переживай, никогда. Одиссей, ты какой-то странный, ну-ка посмотрю. Одиссей, что с тобой? Ничего, просто меня укусил зомби. Какой зомби? Это неправда! Это какая-нибудь собака! Ничего страшного! Это зомби? Нет, это точно не собака. Я думаю, это зомби. Ну-ка, посмотрю. Ну-ка. Одиссей, смотри. Видишь мой палец? Смотри. Ну-ка, посмотрим. Так. О, Одиссей, у меня для тебя плохие новости, у тебя все симптомы зомби. Думаю, ты начал потихоньку превращаться в зомби. Правда, Димон? Я же говорил. Не говорите ерунды, устал ребенок просто, играл в футбол, конечно же устал, не видишь, что ли, он уставший. Я тоже так же выгляжу, когда устану, понимаешь, да? Вот так. Ты что, не видишь, Рафарио? Смотри, его вены, они все проявились. Нет, Димон, просто он очень сильно устал. Сегодня пойдет спать пораньше, чтобы выспаться хорошенько и пойти в школу, все? Хватит, я сказал! Рафарио, послушай меня, он в плохом состоянии, мы должны что-то делать! Уйди, дай мы доиграем последний матч сейчас! Давай, нажимай на плей, давай, играй, бестолковый ты! Гол! Почему ты так медленно играешь? Ты просто какой-то нуб, сказать честно! Нубаса! Рафарио, не нервируй меня, я нехорошо себя чувствую! Отлично, если мы это добавим вот сюда... Отлично, у нас получится подходящая смесь. Ну-ка понюхаю. Как воняет! Но это самый правильный состав, который я делал. Браво, я очень умный. Отлично, снимаем крышку и наливаем жидкость.
внутрь. Надеюсь, это сработает. Так. Должно сработать. Вот так, вот так. Ну-ка посмотрим сейчас. Отлично, закрываю. Ну-ка попробую. Как зомби. И это, ребята, очень хорошо, потому что я хочу сделать запах зомби, чтобы зомби меня узнала и приняла за своего. И у меня получилось. Эй, лузер, я выигрываю 6-0. Мне совсем нехорошо. Я голоден. Поешь, когда опять проиграешь, лузер. Рафарио, ты выглядишь аппетитно. Что за ерунду ты говоришь? Давай играй. Лузер какой-то. Помогите! Отлично, я очень умный. Что я слышу? Кричит Рафарио. Пойду помогу ему. Рафарио! На помощь! Рафарио, держись! Сработало, сработало! Димон, что ты брызнул? Воняет очень сильно. Да, Рафарио, это раствор, в котором есть запах зомби. Поэтому зомби не нападает на тебя, потому что ты пахнешь как зомби. Видишь, Рафарио, Одиссей на самом деле стал зомби. Побрызгивай на себя. Я думал, его укусила собака. Ты нормальный, Рафарио? Какая собака его укусила? Посмотри на него. Что нам теперь делать, Димон? Жалко же Одиссея. Не переживай, и вы тоже, ребята. Всегда есть способ превратить зомби обратно в человека. Я знаю, знаю, что мы можем сделать. Отрежем ему голову. Ты нормальный, Рафарио. Так не будет ни зомби, ни человека. Никого не будет. Я не подумал об этом, да. Чтобы превратить зомби в человека, он должен иметь чувство человека. Понял, что я имею в виду? Ничего не понятно, но не страшно. Давай что-нибудь сделаем, прошу тебя. Поможем хотя бы Одиссею. У меня есть идея. Зомби, ты голоден? Да он точно голодный, Димон. Давай что-нибудь дадим ему поесть. Прошу, Димон. Итак, друзья, вот здесь у меня человеческая еда. Бургер. А здесь у меня еда зомби. Класс. Итак, Рафарио, ты держи зомби. Держи его, держи его. Зомби сейчас должен съесть человеческую еду, чтобы становиться потихоньку человеком, понятно? Да, я понял. Ну-ка, посмотрим. Да-да-да-да, бургер, бургер. Нет-нет-нет-нет, нельзя, нет-нет, блин. Димон, все пошло не так. Он съел глаз. Да, Рафарио, мы должны как-то заставить зомби съесть человеческую еду. У меня есть идея! Что за идея, Димон? Положим глаз внутрь бургера. Так ему придется съесть и бургер тоже. Очень умно, Димон. Браво, браво. Итак, смотри, что я буду делать. Смотри, глаз. Смотри, смотри, смотри. Давай, бургер. Давай, бургер. Итак, смотри, смотри. Закрывай, закрывай, закрывай. Да, он ест. Он ест. Ешь, ешь, все ешь. Кушай, вот кушай, так, кушай, ребята. Давай, 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 давай. Видишь, он съел бургер. Мы должны продолжить наши опыты. Браво, Димон. И у меня есть одна очень хорошая идея. Ну-ка, рассказывай, что у тебя за идея? Будем делать зарядку, потому что все люди делают зарядку. Давай, покушаем и пойдем. Да-да-да, пойдем, как только он доест. 5 minutes later. Итак, друзья, чтобы из зомби опять сделать человека, мы должны делать с ним зарядку, как делают люди, а не как зомби, правильно? Да-да, правильно, давай уже, начинаем. Так, зомби, смотри, делай вот так. Смотри, вот так. Раз, два, опа, опа. Вместе, вместе, вместе. Давай, давай, давай. Поехали, поехали. Да. Поехали вот так, да. Давай, давай. Все, оставь его, пусть сам делает. Нет. Не работает. Давай лучше вместе делать отжимания, чувак. Давай. Да, Рафарио, точно. Это было для него трудно. Давай отжиматься. Давай, зомби. Давай, 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 зомби. Ложись. И вот так. Смотри. Вот так. Раз. Давай, давай. Что ты делаешь, зомби? Что ты делаешь? Отжимайся, отжимайся! Друзья, опять не сработало. Димон, что будем делать теперь? Рафарио, у меня есть идея. Давай сделаем одно упражнение, которое больше подходит для зомби. Давай поднимем его. Давай, 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 вставай, вставай уже, Одиссей. Смотри, зомби, смотри на меня, смотри. Будешь делать вот так. А потом вот так. Ты видишь? Давай, зомби, Одиссей, ты сможешь, давай вместе. Один, два... Отлично, отлично. Сейчас другую ногу. Давай, вот так. Вот так не падай.
падай вниз. Отлично, отлично. А сейчас другую ногу. Давай, ты сможешь, ты сможешь. Давай, 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 давай. Браво, мой мальчик, браво, браво, браво. Уже хорошо получается. Сейчас мы его научили ходить немного получше, да? Да, браво, Димон, мы большие молодцы. Да, мы настоящие молодцы. Но и вы, друзья, тоже будете молодцами, если вы подпишетесь. Так вы поможете Одиссею снова стать человеком. Правильно, Рафарио? Да, друзья, помогите вы, пожалуйста. Нажмите на кнопку подписаться. Давай, зомби, идем домой. Будем дальше заниматься. Мы будем очень большой и дружной семьей. Вот уже лучше. Помогает. А сейчас, друзья, мы будем делать упражнения для памяти. Мы заставим зомби Одиссея запомнить какие-то вещи и различать цвета. Так его мозг станет умнее, и он станет снова человеком, друзья. Давай начнем, Одиссей. Смотри, у нас здесь три цвета и три разных кубика. Понял? Каждый кубик нужно поставить на правильный цвет. Да, ставим да. Синий на синий. Возьми вот так. Зеленый, Одиссей, и поставь на зеленый. На зеленый. Зеленый браво, на зеленый. Браво, браво, браво. Нет, нет, ошибка. Давай еще раз, давай еще. На зеленый надо. Ничего страшного, мой мальчик. Друзья, мы должны быть терпеливыми. Давай попробуем еще раз. Это красный, нужно поставить на красный. Держи, поставь на красный. Давай. Красный, красный, красный. Браво, 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 да! Мой мальчик, браво, молодец. Итак, а это на зеленый, на зеленый, понял? Давай, на зеленый, давай, на зеленый, на зеленый, на зеленый. Давай, давай, давай. Да, мальчик, браво, браво. Видите, друзья, наша терапия помогает. Теперь, Рафарио, мы должны делать упражнение на реакцию. Да, у меня есть хорошая идея, друзья. Идем на улицу. Давай, давай, идем. Зомби, идем. Давай, 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 давай. Друзья, упражнение такое. Я буду кидать ему мяч, а он должен будет его поймать. Зомби, начинаем, зомби. Давай, давай, Одиссей, зомби, ты сможешь. Я верю в тебя, давай. Да ну нет, блин, чувак, ну что ты делаешь? Прости. О, Рафарио, зомби разговаривает, зомби становится человеком, продолжаем. Отлично, отлично, Одиссей, продолжаем. Да ну что ж такое, бро? Минутку, есть идея, Рафарио, смотри, я держу ему руки, давай. Да-да, кидаю, опа. О, поймал, поймал, а теперь попробуй сам поймать, хорошо? Молодец, мой мальчик, браво, давай. Давай, давай сначала, давай, давай. Браво, попробую пнуть, друзья. О, Рафарио, ты ненормальный. Почему ты пинаешь его ногой, чувак? Ладно, видно, что он еще слаб. Идем домой, будем делать другие упражнения. A few moments later. Давай, зомби Одиссей, осталось еще две цифры. Поставь их на место. 8, давай, 8. Браво! Браво, браво, 9, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Браво, 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 Одиссей, браво, чувак. Димон, Рафарио, спасибо вам большое, но это было очень сложно. Ничего страшного, Одиссей, главное, что ты пришел в себя. Но чтобы стало еще лучше, тебе нужно поспать. И сейчас ты иди спать, утром будешь чувствовать себя просто отлично.